В любом возрасте женщины хотят быть красивыми и здоровыми. Алена Бурделева не исключение. До рождения сына и дочери часто экспериментировала с прической и стилем, следуя моде. 30 лет спустя у нее снова появилось время для себя. Хочется придать себе более яркий внешний вид, не отставать от современности. Верного способа? Я не знаю. Да и мы тоже. Вот тем временем наша героиня все чаще задается этим вопросом. Так как же все-таки выглядеть молодо? Неужели выход только один – остановить время? Но если вы предпочитаете более реалистичные методы, начните с цвета волос. Эксперимент начинается. Вот этот цвет не подходит, он слишком темный. Чем больше возраст, тем светлее должен быть оттенок. Начинаем работу с того, что мы определяем цветотип. Основных четыре – холодные, лето и зима, теплые, весна и осень. Определить можно самостоятельно. Один из способов посмотреть на цвет вен под лучами солнца. Если они синие, ваш тип холодный. Если зеленый – теплый. Дальше подбираем подходящий оттенок. Мы должны сделать более теплый. Это омолодит, освежит кожу. То есть взгляд будет свежее, яснее. Ален, ну в общем, мы вот такой вот подобрали. В таком деле главное выбрать хорошего мастера. Алена специалисту полностью доверилась и согласилась на кардинальные перемены. Результаты видите позже. Не только прическа важна, чтобы выглядеть моложе. Правильно подобранная одежда тоже играет роль. Здесь важен цвет, фасон и подходящий стиль. Далеко не первый сезон в тренде остаются шифоновые платья. Они делают женщину той самой девушкой. Легкая струящаяся ткань придает ей нежности и изюминки. Как и светлые оттенки в одежде. Такие цвета всегда освежают любой образ. Подбираем подходящие аксессуары. И готово! Правильно подобранный образ меняет не только внешний вид, но и придает уверенности. А такая женщина покорит любые вершины. Ольга Гусева, Андрей Псом. Утро нового дня.